Разместите ваш замок, милорд. Разместите ваш замок, милорд. Постройте амбар, сэр. Послание от вашего писаря. Нужно действовать быстрее. Эти волки просто повсюду. Нужно дерево. Нужно больше дерева. Волки нападают, милорд! Нет дерева, милорд. Доброе утро, ваша светлость. Доброе утро, ваша светлость. Нужно дерево. Не хватает дерева, милорд. Доброе утро, ваша светлость. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Yeah.
запасы дерева слишком малы, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Не хватает рекрутов, сэр. Ждем ваших приказов, да? Сэр, появились люди Депюса. Нельзя позволить им выдать наше местоположение. Мы уже в пути. Нужно дерево. Милорд, не вижу цели, сэр. Уже идем. Готовься. Какие будут указания? Приготовить стрелы. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы идем. Да? Целься! Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Послание от вашего писаря. Волки идут, сэр! Нужно дерево. Милорд? Целься точнее. Готовься. Приготовить стрелы. Волки нападают, милорд! Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы уже в пути. Да? Целься! Уже идем! Целься точнее. Мы идем.
Лучники готовы. Готовься. Приготовить стрелы. Целься. Целься точнее. Готовься. Приготовить стрелы. Целься. Целься точнее. Готовься. Приготовить стрелы. Целься. Мы победили, сэр! Хорошо, что эти крысиные шпионы прожили недостаточно долго, чтобы доложить о нас, но боюсь, что их скоро хватится. Депеша от сэра Лонгарма. Надеюсь, вам уже удалось положить конец разбойным нападениям волков. Теперь я прошу вас об одолжении. Начните постройку заставы на границе владений герцога Дипюса, чтобы я мог лучше судить о численности его армии. Но ни при каких обстоятельствах не сообщайте лорду Вулзаку о завершении миссии. Крыса родился в землях, принадлежащих семейству Депюсов. К его матери герцог Депюс был особенно милостив, освободив ее от налогов. Так что ни она, ни ребенок никогда не знали нищеты. Однажды к их дому подъехал посланец, сообщивший, что настоящий отец крысы – сам герцог Депюс, в доме которого мать юноши когда-то прислуживала. Вся семья Депюсов трагически погибла в кораблекрушении. И единственным наследником титула и земель оказался крыса. Найдите на границе владений герцога Дипюса подходящую возвышенность и начните строить заставу. Деревянный замок обеспечит лучшую защиту. Возьмите с собой скот, там неплохие пастбища. Не давайте врагу себя обнаружить, но если это случится, пусть не останется никого, кто мог бы о вас доложить. Размещение на холмах даст вашим лучникам преимущество. Разместите ваш замок, милорд. Разместите ваш замок, милорд. Постройте амбар, сэр. Нужно дерево. Доброе утро, ваша светлость.
Запасы провизии убывают, мой лорд. Нужно дерево. Не хватает дерева, милорд. Очень мило с вашей стороны не брать с нас налогов. Доброе утро, ваша светлость. Хорошие налоги — это когда их нет. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути.
Ждем ваших приказов. Милорд, уже идем. Они нас обнаружили, сэр! Какие будут распоряжения? Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Целься точнее. Готовься. Приготовить стрелы. Целься. Целься точнее. Готовься. Приготовить стрелы. Нет свободных людей для этой работы. 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 Нужно дерево. Доброе утро, ваша светлость. Ждем ваших приказов. Да? Мы идем. Лучники готовы. Коров поразила какая-то болезнь, милорд. Thank you.
Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути. Разведчики сообщают, что к нам движется еще один отряд людей-крысы. Мы готовы их встретить? Нас атакуют войска крысы! Это нельзя здесь разместить, милорд. Какие будут указания? Целься! Целься точнее! Готовься! Готовить стрелы. Ждем ваших приказов.
Небольшой отряд крысы приближается к замку. Ждем ваших приказов. Да? Уже идем. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. А налоги-то великоваты. Запасы провизии пополняются, сэр. Люди восхищаются вами, сэр. Мы постепенно расходуем. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Мы идем. Мой лук вашим услугам. Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Милорд. Уже идем. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Целься! Да? Не вижу цели, сэр. Целься точнее. Лучники готовы. Мы уже в пути. Уже идем. Ждем ваших приказов. Мой лук к вашим услугам. Мы идем. Ждем ваших приказов. Милорд, мы уже в пути. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Уже идем. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Мы идем.
Нас атакуют войска крысы! Ждем ваших приказов. Да? Мы уже в пути. Лучники готовы. Готовься. Приготовить стрелы. В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Мой лук вашим услугам. Люди восхищаются вами, сэр. Ждем ваших приказов. Милорд? Уже идем. Нас атакуют войска крысы. Ждем ваших приказов. Какие будут указания? Мы идем. Мы уже в пути. Ждем ваших приказов. Не вижу цели, сэр. Уже идем. Целься. Да? Целься точнее. Лучники готовы. Не вижу цели, сэр. Готовься. Не вижу цели, сэр. Приготовить стрелы. Сэр. Мы идем. Эти трусы сбежали, сэр. Мы не успели их поймать, и они наверняка нас выдадут. А
Победа! Вы храбро перебили множество патрулей крысы, но в последнем сражении нескольким отставшим солдатам удалось уйти. Хотя специальных распоряжений вы не получили, ясно, что нельзя дать им добраться до герцога де Пюса и раскрыть ваше местоположение. Вы отправились в погоню за выжившими соглядатаями и углубились далеко в соседнее графство. Но когда в сумерках спустился туман, вы потеряли их след. Тем временем... Они перехватили полдюжины моих патрулей, а теперь еще и вторглись в одно из моих графств. Что делать? Спокойней, де Пюс. Все заслуживающие внимания мятежники давным-давно сбежали за границу. Об этих сопляках позаботятся ваши люди. Почему бы нам не развеяться, как насчет охоты? Но они уже чуть не в двух шагах отсюда. Я должен что-то предпринять. Просто пошлите небольшой отряд, чтобы отрезать их от убежища. Легко сказать. Расслабьтесь и поверьте мне, когда мы вернемся с охоты, проблема уже решится сама собой. Змея некогда был губернатором одной из богатейших провинций и вел роскошную жизнь, присваивая значительную часть налогов. Когда король это обнаружил, змею выслали сюда, в новые колонии. В одном из своих первых сражений он потерял глаз в схватке с вашим отцом и поклялся, что не успокоится, пока головы всех членов вашей семьи не украсят стены его крепости. Ваши разведчики докладывают, что у вас нет ни припасов, чтобы продолжать погоню, ни войск, чтобы пробиться назад к заставе. Ваш единственный шанс — закрепиться на островке посреди широкой реки. И один из ваших лейтенантов уже начал там строительство укреплений. Земли у реки очень плодородны, там можно выращивать зерно. Thank you.